9 лет колонии за убийство бывшей возлюбленной. В Новосибирске вынесли приговор подростку, обвиняемому в жестокой расправе над своей сверстницей. 16-летняя школьница в августе прошлого года приехала к своему знакомому домой, чтобы отговорить его от самоубийства, но в итоге сама оказалась жертвой. Молодой человек нанес ей не менее 25 ножевых ранений. Вину в совершении убийства он признал, однако от дачи показаний отказался. Общественный резонанс. История о зверском убийстве получила после того, как вместо камеры следственного изолятора суд поместил подозреваемого под домашний арест. Первоначально эксперты считали, что обвиняемый невменяем. Три психиатрические экспертизы дали противоречивые результаты. Точку поставил Институт имени Сербского в Москве. Молодой человек действовал осознанно. До 18-летия он будет находиться в воспитательной колонии, затем в исправительном учреждении для взрослых. Общий срок заключения составит 9 лет.